Поехавшие стены, холод в квартирах, сквозные дыры и прогнившие доски. Теперь об этом можно забыть. В этом году капитально отремонтируют 16 многоквартирных домов. Ремонтные работы уже стартовали. Тему продолжит Наталья Дуркина. О проблемах жителей дома номер 25 по улице Пионерской мы знаем не понаслышке. Еще в январе 2020 года Эдуард Слободенюк с супругой обращались в редакцию телеканала «Север» с просьбой о помощи. Рассказать, как жители дома переносят лютый холод в своих квартирах. Проблема элементарно в подъезде, там такая же температура, как и на улице. Вообще, то есть там стабильно, то есть у нас входная дверь промерзает, сами стеклопакеты, ну про них тоже что говорить, они тоже какие-то... Промерзать постоянно, ну, на них на них лед образуется. Но самое главное, что вопрос как бы повис. То есть, как бы, вроде, ну, должны были организовать. Спустя время жители услышали, ремонт многоквартирного дома перенесли на более ранний срок. Жильцы этого дома обращались достаточно длительное время с просьбой переноса сроков капитального ремонта этого дома на более ранний срок. И по результатам, по поручению губернатора, департаментом строительства на комиссии был рассмотрен вопрос о переносе сроков. В результате в краткосрочный план внесены изменения, и мы в этом году ремонтируем этот дом. Утепление фасада, цокольного перекрытия, замена электропроводки в коридорах и наружного газоснабжения – это еще не полный список работ, которые подрядчик обязуется выполнить в срок. Сроки, согласно графику, у нас до сентября месяца. Вот. По ходу выполнения работ выявились и дополнительные работы, но мы идем в графике спокойно, как бы не отставая. В ходе начатых работ выяснилось, что необходимо провести еще замену окладных венцов по периметру здания, а также деревянных стульев фундамента. На данный момент на объекте работает бригада из 15 человек. Очень холодно. Много лет уже мучаемся. Холод, дикий холод такой. А сейчас вот ремонт капитальный и делают. Ну, ребята замечательно, вообще молодцы так делают, стараются. Ничего не можем, претензий ничего нету. Делают очень хорошо, молодцы. Добавлю, за 6 лет существования фонда содействия реформированию ЖКХ «Анао» отремонтировано 38 многоквартирных домов, что составляет около 10% от общего числа включенных в региональную программу. В этом году планируется обновить 16 домов. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».